Готовим паштет из лисичек. Он получается сытным, ароматным и очень вкусным. Готовится просто и быстро. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить паштет из лисичек. Вместо кешью можно использовать грецкие орехи. Их замачивать не нужно, просто заранее обжарьте и мелко их порубите. Лисички подойдут любые, свежие, замороженные или сушеные. Очень вкусно подавать такой паштет со свежим зерновым хлебом. Также он подойдет в качестве начинки для тарталеток. Лисички 200 грамм. Кешью 50 грамм. Лук 1/2 штуки. Чеснок 1-2 зубчиков. Соль по вкусу. Черный молотый перец по вкусу. Паприка 1/2 чайных ложки. Хмели сунели 1/2 чайных ложки. Уксус яблочный 15 мл. Сахар 1/2 чайных ложки. Количество порций 2-4. Подготовьте все ингредиенты. Орехи кеши замочите в горячей воде на полчаса, затем промойте. Репчатый лук нарежьте кубиками, обжарьте в сковороде до мягкости. Добавьте крупно порезанные лисички. Жарьте грибы до испарения жидкости и золотистого цвета. Измельчите блендером кешью, чеснок, жареный лук и лисички. Добавьте все специи, соль и сахар, влейте уксус. Перемешайте и уберите настояться на час в холодильник. Паштет из лисичек готов, приятного вам аппетита!